Жителям края, страдающим муковисцидозом, редким заболеванием легких, подарили приборы, помогающие поддерживать жизнь. Дорогостоящее оборудование вручили представители Ренванкора. Компания не первый год помогает больным людям. В прошлом году были закуплены 20 таких аппаратов, а в этом году еще 25. При помощи таких ингаляционных приборов лекарства усваиваются гораздо лучше. Всего в крае больных муковисцидозом более 70 человек. Это и дети, и взрослые люди. Всем нуждающимся в кратчайшее время отправят приборы. У некоторых больных муковисцидозом ингаляции достигают, особенно в период обострения, до 10 штук в день. Поэтому это очень необходимая и важная часть в лечении больных муковисцидозом. Но в данном случае ингалятор, ингалятор является, так скажем, домашним прибором. Да, есть, конечно, различные виды ингаляторов, есть, которые можно и в машине включать. В данном случае это очень эффективный, хороший аппарат, потому что он обладает именно теми характеристиками, которые необходимы именно для лекарств, которыми лечатся больные муковисцидозом. В данном случае сейчас это одна из ветвей нашей работы, это передача такого оборудования детям, страдающим муковисцидозом.